Но понеслась. Чистота Верментай, да? Да. Вы еще не играете в Верментай, тогда мы идем к вам. There is sorcery at work in the Shalian Hospice. Some malefic practice that I am sworn to root out and destroy. But it is almost like old times, when I had the support of my order, and not a ragged band of misfits and ne'er-do-wells. Still, I shall persevere. Sigma is testing me. Ну что, Сигма бой? Что? Сигма бой? Сигма. Ну это прикол. Я не понимаю приколов про Сигмара. Что-то. Что за ересь ты хотел сказать? Точно ересь, по-другому не назовешь. Так, тут у нас... Где? А вот, нашел. Полиан. You test an elf shield. Ой, не то, другое дело, по привычке сражаться. Что ты будешь делать? Куда потащили, а? Больше врагов. Мне ачивку нужно выполнять. Ой, прям сейчас вот. Ни хрена себе. Не помню. Я говорил о том, что там нечего будет. А, нечего подбирать. Надо по этому мелкому на спине или в голову. А чётче. Короче, кроме гримуаров да вариантов, здесь ничего подбирать будет. Так что просто идем вперед. Once again, physical corruption clings as tightly to our heels as the spiritual. Так, а у нас здесь ящики подбираются будут или тоже пустые все? Да пустые, скорее всего, будут. Я говорю, возможно, есть вероятность какой-нибудь той самой. Какой-нибудь кости. Ну да, кстати, да. Вот и слишком циклонный.
гном. Я понимаю, что ты короткий, по тебе тяжело попасть. И ты по сторонам смотри. Быстрее! Че? Да не, я просто тут как... А! Вот я и попал под огонь. Где ты там, господи? В какой дырке ты? Я сейчас меня поднимаю. Технологический колодец. Mm-hmm. Я как будто где-то в Москве метро. Название такое просто. Пройдите по следу из трубы. Так, что там у нас первая была? Туфа. He'll get better, Gorrison. Aye, maybe. But I can't help him. Never get snow again. Ты забыл, как открывается эта херня, бля. Подожди, может там какое-то обозначение есть плохое или чё? Feeding. Сейчас. Gods. You seem sluggish, Alf. Can you still fight? О, открылся. Вот здесь вот будет. Тут такая двойная штука. Типа... Нужно здесь... толкнуть подозрительный кирпич. Да вы же как-то чуть находить в этот раз. Это со временем. Ну понятно. Накопилось. Да. Так, и тут у нас. Что у нас тут? Гримуарчик. Эль Гримуару. Больше ничего не было. Ну что, есть что интересного почитать еще? Ну давай посмотрим. Ну так. Тут картинки интересные. Теперь надо посмотреть, что там наверху. А наверху у нас. Треугольник перевернутый. То есть треугольник стороной вверх. Нажал. Среди это уже получается, нажимаю. Ага, красавчик.
Да, красавчик. Блин, отойдите от меня. И, наконец, мишень. Ну, круглая с крестом. Сейчас нажимаю. Ага, все. Ну, все. Теперь наверх иди. Что-то ты как... Ну, в чем соль, что сложность низкая? Ну, я, во-первых, прокачиваю персонажа нового. Кто спрашивает? Да, в чем соль, что мы на низкой сложности играем. А у меня тут деяния просто собрались. Блин, помогите, помогите, пожалуйста. Тут какая-то тварь. Я все. Ну, короче, у меня тут деяния Special Condition. Блин, крыса. Так, давай-ка я подожду, пока ты там зареспавнишься, чтоб поближе было. Кстати, Дед Медведнес в прошлый раз же тоже с нами был тогда, да? Да. Здорово, да, точно. Чё, он хочет присоединиться к нашей маленькой компании? Так, кстати, не хочешь к нам присоединиться? А все, ты зареспавнился, что с ним говорит. Погул к нам. Через 10 минут, давай. Ну, походу у нас Healing Floor отменяется. Походу, да. Теперь у нас... Что-то далеко. Все равно в деяние не войти. Ну да. Сейчас мы тут я в ваших деяниях не разбираюсь. Ну это типа мутатор такой получается. Я понял. Ну как раз дойдем. И ты в этот момент присоединишься. Если что, сразу залетай в Discord, голос. Ты же там у нас уже был. Убейте этого, боты. Не тупите, я не просто так вам показываю. Так, что там у нас? Сейчас книжку возьму. Книжечка лежит. Ну, я и забыл, у меня же во вторник день рождения уже. А, у тебя? Угу. Иначе, прикольно. Ну... Я тут уже и забыл. Готов праздновать? Вот она старость. Да, день рождения уже не праздник. Суровый обеззаловка. Да. Кто там сзади такой? Ой, смотрите, какой некрасивый. Как говорится, счетчик пошел в обратную сторону уже. Ага. Ай, блин! Help me, please. Бежим, бежим. Собака, блин, да? Не знаю, успели тебе помочь хоть немного, или ты сам бы справился? Успели, успели. Да я праздновать особо не буду. Так чисто в семейном кругу. Ой, ё-моё. Тебя? Да, да, все нормально. Да я чуть забыл, что у меня спешл другой хотел выстрелить. Слуха у меня. Пробежка, да? Спешл, да, пробежка. И я прям
сталкеру к этому в объятия пробежался. Видимо, ранник. А, нет, смотри, двигается. Трупики. Так, теперь где-то у колонн должна не везде. Что? Двигается? Да. Так, ну вы там не тупите, давайте уже вниз прыгайте, а то опять будет... А, ты внизу? Какая-нибудь прибежит, сволочь. И такая, ну почему? А пройди около других колонн, тут ключик должен где-то лежать. Я вот что-то не могу. По ту сторону. Глянь-ка. Что-то я... Я тут его не так, чтобы часто находил. Что-то нашел, нет? Нет. Ай, блин, зараза. Черт, а? Я сейчас попрел эти колонны, нигде ничего не нашел. Да я тоже как-то... Так что, наверное, можно проигнорировать этот... Грин. А он здесь точно должен быть? Да, тут типа такой... сундук где-то должен быть. Ну, то есть не где-то, я знаю, где он есть. Но вот... О, ключ нашел. О, красавчик. Подбираю? Да-да-да. Я подобрал. И тогда тебе надо будет. Тогда мне надо не откиснуть. Да, сейчас иди ко мне и не... А так, где там? Да, блядь! Промазал, не на того показал. Хотел на тебя, а ты как раз в этот момент отбежал, и на Крубера все полетело. Отходи, нехе там лезть на наружу. Так, вот здесь вот. А, все. А, ну вот я же говорил, не лезть наружу. Это тоже лезет наружу, блин. Боты, ёб твою мать. Боты. Отходим просто. Ты не можешь, да, подобрать у меня там ничего? Да нет, нельзя, да. Они просто не могут подойти, блин. Блин, а, пипец. Не, ну может это ключ действует на всю банду, сейчас глянем. Ну, у меня в инвентаре потому что ничего нету. Не, ну не это было. Как бы такой квестовый предмет, который не в инвентаре.
Так, давай-ка Бартен тогда, красавчик. Что, сработало? Да, все хорошо. Ой. А ты где, кстати? Лежишь. Я... Ты? Я вас даже не вижу. А, я внизу. Вот вы сейчас в шахту спустились, я вот на дне. Ой, блин. Кто там? Бот, не смей умирать. Не на того. Я сегодня вообще не в форме как-то. Блять. Да тут застрял между двух огней, сука, и ничего не могу делать. Блять. Реально. Только щит немножечко помогает. Сдохни, тварь. Блин, еще блюет. Черт. А, сука. Сука. Забрали. Хватит блевать тут. Язва у него, не гастрит там чё. Ладно. Ты где там лежишь уже, да? Мы там втроём лежим. А, красавчики, да. Ой, мы далеко от тебя, кстати, очень. Да, это не страшно. Кто-то присоединился? Да. Приветствую, у нас тут... Привет. Прикольная компания. Так. Блин, наблевал. Ни хрена не вижу. Я тебя не заметил под ногами. Нормально. Блин, все дома потеряли из-за тебя, мудака. Сдохни, пидорасина. Сейчас он мне в жопу ножом тыкает. Я надеюсь, вы на Twitch не стримите. Почему? ВК-плей и Яндекс. Ой, Ютуб. Яндекс что сказал. За слово пидорасина на Твиче сразу бан будет. Да. А я Лариса Гузеева. Мне можно. По крайней мере, у тебя немножко патронов есть. Да, не говори. Зачем патроны, если можно взять копье? Да, видимо, ему нельзя. По-моему, это... У меня еще нету, да. Кстати, надо посмотреть, у этой по новой профессии, этой эльфийки, что у нее там за оружие второстепенное. Щиты всякие. Ну что, теперь бегаем по кругу. Ну или что-то такое, как мы кружимся где-то. Вот тут, например, стоим. Если что, убегаем на другой площадке. Но внутрь не прыгай. Был один раз. Был? Ну ты должен был проходить компания. Самая первая. Один
нас, как говорит Гузеева, не это. Да кто это ваш Гузеев? А это которая... Блин! Это который из мема, пидорас, пидорасина. А это? Ну да. Так. Собираемся вместе, блоки стакаются. Зачем я F нажал? Так, ради прикола. Ну. Грубер, господи. Это помнишь, что Грубер из Крепкого Орешка? Так, все? Не очень помню. Ну, не важно. В мире 40 миллионов террористов, а мне попался с ногами, как у Золушки. А. Ну, все, идем сюда. Что там? Что вы там кружитесь? Что вы там танцуете-то? Ей, побежали. Ну, конечно, блин, это такая ситуация была с этим коридором. И троллем, и этими грёбаными пулеметчиками. Я ж не могу ничего делать. Хорошо, хоть этот щит взял. Пипец. Да, тебе щит, кстати, наверное, помог, да, в этой ситуации. Ну да, я только стою и не знаю, в какую сторону защищаться. К этому повернусь, в жопу буду стрелять. К этому повернусь, спину обольют. И нежно обнимут за плечи. Так, а ты кого в стиме в друзьях был-то, я не помню. Треда есть. Угу. О, значит, ты пригласишь его еще, да? А ты же можешь присоединиться, правильно? Ладушки.